Всем привет! Сегодня пришел, как обычно, в будку свою. И начался сильный шторм, дождь с градом. Буквально вот за 5 минут погода поменялась. Еще недавно было солнце, вообще не было ветра. И вот только дошел до будки, и начался сильный ветер порывами. Град, дождь. Погода очень резко испортилась. Я сижу в будке, прячусь. Сейчас вот вроде немного подстихло. Небольшой дождик. Вот буквально 5 минут такой порыв. Ветер все равно есть, конечно. Уже поменьше. Придется сидеть, прятаться. А вообще пришел посмотреть, не принесло ли каких-нибудь досок. Вон доска у меня вытащена одна. И там еще одна доска. И чуть ниже по течению, там еще целая куча досок была неделю назад. Надо сходить, посмотреть, в каком они состоянии. Вода немножко убыла, может быть, удастся их достать. Вода у нас. Очередной порыв ветра. Октября. Пока сильных морозов не было. Несколько раз выпадал снег. Но вот снова все растаяло. Сегодня плюс 8. И дождь. Сильно испортилась погода. Как только камеру включаю, ветер стихает. С камеру выключу, опять порыв ветра пойдет. Не дает мне заснять. Начинается. Прошло еще минут 10, и снова погода наладилась. Опять оно солнце пробивается. Пока еще не очень. Но уже посветлее стало. Снова нет никакого ветра. Нет дождя. Погода снова шикарная. Вот две доски вытащил из воды, но это говно. Потому что никуда их не использовать. Такой горбыль. Он с одной стороны очень толстый, с другой тонкий. Ширина разная. Еще и обломан. То есть его только на дрова. И вторая доска, она тоже плохая. Слишком тонкая. Тоже, скорее всего, из нее ничего не взять. Придется на вот эти доски. Неделю назад у меня были вытащены. Тоже, конечно, говно, но можно было выбирать. Хотя бы 3-4 доски выпилить по размерам и куда-то их использовать. Потом перед снегами поставить все. И зимой уже буксировщики все перевезу, потому что руками таскать это слишком долго, это по две доски, 5-6 раз надо сходить, будка вон там, он белеет, сколько тут метров, 300, может 400, в общем, не очень-то хочется таскать это, поэтому жду зимы. Даже ближе к весне уже. Главное, чтобы их ветром не уронило, чтобы они вертикально стояли. Тогда можно провести. Иначе я их не найду. Так, и вот внизу еще там был большой пучок досок. Товарищ на неделе обещался все это вытащить. Но, видимо, ничего не сделал. Вот они как-то как лежали там, так и лежат. Ну, а еще и вода прибыла. Ну, две доски. И там еще большой пучок. Не знаю, откуда их принесло. Но принесло больше, чем весной. Обычно весной все доски собираю. А в этом году вот так получилось, что весной ни хрена не было. А
сейчас вон пучок какой-то, не знаю, с пилорамы или откуда его унесло. Может быть, с березника там помойку устроили на набережной лесопромышленники наши. Поэтому, может быть, оттуда принесло. Ну, вот такой пучок. Здесь, конечно, много хламу. Но так, если повыбирать, может, штучек 10, таких поприличнее, поровнее можно выбрать. Хотя они уже все не первой свежести. Вот, рассчитывал, что за неделю вода упадет. Можно будет пособирать тут. Но она прибыла еще немножко. Поэтому только нужен багор. Только багром можно вытащить. Ну и тут еще какие-то у меня лежат обломки. А бревно еще тут. В принципе, бревно еще ничего. Все это надо бы вытащить. В принципе, эти доски никуда не денутся, даже если вода немножко прибудет. Они тут застряли намертво. Если, конечно, метра на полтора прибудет, то унесет. А если так, то они тут будут лежать до весны, до ледохода. Все равно надо собрать. В общем, все, что я хотел сегодня сделать. Пришел, посмотрел. Делать особо нечего пока. Так что все, всем пока.